Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Юлия. Всех с днем вышивальщицы. Уже все друг друга поздравили, накупили себе подарков, наполучали подарки. Ну и я тоже решила в себе в этом не отказывать. И так как мы были во Флориде на свадьбе, решила там заглянуть в магазинчик и порадовать тоже себя. В общем, купила я себе два набора. Я сейчас быстренько вам покажу, что получается. Один из наборов от Риолис, и второй Design Works. Риолис я уже начала. У нас вот он стоит почти $30, как вы видите. Секундочку, извиняюсь. В общем, всем знакомы, наверное, этот сюжет уже. 30 на 40 сантиметров. Называется «Горячее лето», Hot Summer. В наборе находятся акриловые... Господи, это боже мой. В наборе находятся нитки из пряжи и акрила. Там, по-моему, 70% акрила и 30% пряжи. А разница в наборе в том, что я вышивала раньше. В общем, последний раз вышивала я от Риолис. Это было, наверное, лет 9 назад. Это был корабль, тоже там была пряжа. Но она настолько была постоянно истончалась и рвалась. Мне кажется, они добавили туда больше акрила. Плюс они изменили схему, да. Она стала такая термоядерная. Большая термоядерная. Вот сами посмотрите, какая разноцветная, прям большая такая схемища. С одной стороны, это очень удобно, как бы так и вот так показать все. С одной стороны, это очень удобно, с другой стороны, она настолько яркая, что мне, например, немножко сложно сосредоточиться. Вот я сейчас вышиваю. Где-то у меня ножнички. Вышиваю сейчас вот этот вот эту часть, верхнюю часть подсолнуха. Я просто не мучаюсь и зачеркиваю ненужное карандашом, потому что на схеме показаны. Кстати, вот схему они тоже изменили. Например, вот здесь видно, да, крест в две нити и в одну нить, да, как они показали. И так это пряжа, и оттенки не DMC-шные, поэтому смысла, я думаю, сохранять эту схему мне нет, так что я не парюсь и просто зачеркиваю карандашом. Вот здесь такие вот красивые ниточки идут, пряжи, да. Получается очень нежненько. Я вот начала уже, как вы видите, вот, да, вот этот самый верхний подсолнух я начала вышивать. Мне очень нравится, как все это нежненько смотрится, прям вообще обалденно. Я просто отдыхаю с этой вышивкой, с этим набором. Мы сегодня прилетели, и я просто, вернее, вчера ночью, да, я настолько соскучилась по вышивке, что просто засела и весь день вышиваю. Мне просто балдежно с этой пряжей работать, красивенько так получается, нежненько. Единственное, вот я присмотрелась, тут на камеру, может, не очень видно. Вот должен быть, наверное, темно-коричневый вот этот, да, вот этот цвет. Вот он посерединке. Но он как-то на картинке выходит, как будто аж чуть ли не фиолетовый такой, чересчур яркий. Ну ладно, в принципе, мне все нравится. Набор классный. Девчата, я вам рекомендую, кто не начинал еще. Конечно, учитывая то, что я обычно вышиваю, это какие-нибудь... Я очень люблю вышивать... Я не люблю натюрморты, вот. Не знаю, мне почему-то очень хочется вышивать постоянно что-то живое. Каких-нибудь там лошадок, не знаю, что-то, не знаю, волшебное, феек каких-нибудь, русалок. Чего-то такого хочется. А на натюрморты мне... быстро устаю как-то, не знаю. Ну вот от подсолнуха что-то я оторваться не могу вообще, поэтому
Будем продолжать. А вот таких милах я нашла в другом магазине. Вот я выкладывала видео, да, это единственное, что я нашла. Тут такая подложка, в общем. Что тут у нас идет? Давайте я вам хоть прочитаю. Кстати, в Риолисе идет канва 14, я забыла сказать. Она такая рыхленькая. Ну, не знаю, мне кажется, из нее только подушку потом делать, потому что она настолько большого каунта, что, мне кажется, в картине не очень будет смотреться, да, и вешать мне, в принципе, ее некуда. Вот, у этих милах 8 на 10 дюймов, наверное, это размер, потому что здесь в Америке все в дюймах. 14 каунт Аиды. Ну и нитки, как всегда, никто ничего не показал. Какие тут нитки идут. Тут идет, в общем, такая иголочка, да. 14 канва Аида, она такая тоже небольшая, раз наборчик такой небольшой, ну ее хватит. Сейчас попробую ее раскрутить. Она такая супер. Ну, вот, например, моя рука, да. Вот так. Ну, достаточно, у нее неплохой отрезочек, я бы сказала. Вот, сейчас попробую не уронить свой телефон как-нибудь. Это снимаю на ночь глядя, как всегда. Сейчас покажу вам схемку. Вот, кто смотрел мой канал, я выкладывала тоже Design Works коняшку я вышиваю. Тут вот такая схемка. Черно-белая коняшка там была просто очень мизерная, потому что схема мизерная, потому что она была, ну, так большая, скажем так, достаточно. А котики, они нормальненько такого, но они большого вот размера, да. Вот моя рука для сравнения. Такая хорошая схемка. Вот тут написано значки, все показано. Вот. В принципе, очень неплохо. А ниточки, они. Давайте посмотрим на ниточки. Ну, вот тут все ниточки, что сюда идут, да. Но они очень длинные. Вот прям длиннющие. Их можно на два раза обрезать, и все равно короткими они не будут. Но я их, наверное, как-то, может быть, даже перевешу. Может, нет, посмотрим. Такой нежненькие оттеночки такие прям. Котики получатся красивенькие. Вот, кстати, оттенки на планшетке даже намного нежнее смотрятся, чем на картинке. Вот эти розовые цветочки. Посмотрите, какая прелесть. Зелененькие прям тоже вот. Я что-то их взяла, сначала думала, блин, да что за фигня такая, маленький такой, ути-пути, все это только в детскую. О, какая прелесть, мне прям даже понравилось. Вот, ну, в общем, такой маленький отчет. И, конечно же, купила себе вот такие красивые ножнички. Две пары ножничек у меня. Ну и, конечно же, кучу иголочек. Кучу иголочек. Вот у нас такие Yarnology называются. Тут по 6 иголочек. В них всего лишь 2,5, даже меньше, чем 2,5 доллара стоят. А иголки от DMC 4 иголки, а стоят, по-моему, чуть ли не 5 долларов они стоят. Вот вообще, блин, сравнить, да? Те же самые иголки, тот же самый размер. Единственное, то, что они, ну, не знаю, ну, не позолоченные, разве что. Как бы, кому какая разница в плане того, что позолоченные или нет. Потому что мне вообще от этого ни холодно, ни жарко. Вот, в общем, такая прелесть у меня. Буду балдеть над этими подсолнухами. Не знаю, сейчас муж приедет с работы, скажет, хватит сидеть, пошли посмотрим фильм. А я такая, я вышиваю, отвали от меня. Вот, ну, в общем, опять всех с праздников, всех с праздником, хороших вам, хорошей недельки, скоро увидимся, пока-пока. Надеюсь, вам понравился мой маленький отчет. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте, пожалуйста, потому что от этого зависит жизнь моего канала, так как YouTube его закинул в самое не хочу. Всем большое спасибо за поддержку. Хороших вам дней.